Итак, всем привет, меня зовут Денис, вы на канале Frey Davis Play. Мы продолжаем проходить игру Петля Времени. Так, в предыдущей серии мы нашли любовную парочку, где они находятся, и там есть какой-то непонятно долбанутый, сейф, я не знаю, что такое, пароль. Надо открыть дверь. Как ее открыть? Без понятия. Пытался подобрать числа, не получилось. Сбегали в сейф, посмотрели, поняли, что надо идти по картинам к Чарли, но толку с этого я тоже, честно, не понял. Возможно, где-то у Чарли... Да, в натуре, наверное, скорее всего, где-то у Чарли за картинами какая-то связь связана, чтобы открыть ту дверь. Точно. А Чарли где у нас? В даунтауне или нет? Да, кажется, в даунтауне. Подожди, где-то ж... Где-то у нас надпись была. Где у нас? Где? А чё у нас не показывается? Я понимаю, что это выполнено. Два в одном. Блин, подожди. Вот оно. Вот, обыскай крепость Фимина, да? А и вот сюда. Давай сюда. Тут же утро, да? День. А где у нас утро? Есть это утро у нас? Тихо. Здесь вечер. Че она так двигается по-дурацки? Вот утро, и а что тут? Найти фейерверки. Прыгнет фейерверки в глаза. Давай утром сбегаем, наверное, сюда. А потом это вечером. Вот сюда по дню сбегаем. Да? Да, наверное. А как по-другому? По-другому никак. Да, сейчас сбегаем. Это у нас... где? Самолетик. Самолетик это вот сюда. Значит, сюда и побежим. Не знаю, валить, не валить ее. Кстати, у нее классное умение. Надо его забрать. Ладно, поехали, сюда. Сейчас мы сделаем вот это. Заберем у нее фейерверки. И умение. То умение, между прочим, если мы пульнем, мы сможем завалить сразу троих или четверых. Как все задумано. Все, я понял. Умение вообще огонь надо забрать. Ну, а тебя почему взяли в ООН? У меня денег до жопы. Видал же мой дом? Да брось придуриваться. Давай, правду скажи. Вензе и Егор дали серию убойных испытаний. Я единственная их прошла. Жульничала? Нет, я ценный специалист. В отличие от тебя. Ты сюда попал только потому, что чудом выжил в халтурном эксперименте. Короче... Я не знаю, что и как объяснять, но у меня заглючила опять игра. Ну, в пизду, блин. О, так это... Все, ладно. Отвлекся. Заглючила игра, я опять, блядь, зависла, короче, все на свете. И 25 минут игры коту под хвост его. И это меня лично очень расстраивает, поэтому я буду идти немного по другой тактике. Ебал я его, дрысла все. Слишком долго мучиться вот это, блин. Тут говно, которое стреляет очень больно, блин. Я его сразу сниму, но, чтобы он меня не задрачивал. Так, мне получается надо туда. Там я пробегал. Потому что там всех перевалил, блин. И там пробегал. Там можно понизу пройтись. Без проблем. Что тебе там, блять, обещали? Я сейчас пообещаю.
поберечь силы. О, нихуя себе тут. Блин, а я столько всего насобирал, это капец. Типа, все у нас 4 тысячи, у меня было 20 с хуем тысяч. Не понял, тебя тут не было. Блядь. Нажал выбрать, блядь. Блять, приперлась, сука. В прошлый раз я еле ее замочил. Ага, это, короче, загадка, а это шифр подгадка. Один, наверное. Хуй, неправильно. Ну и все, без зуб-то. Мне и так прекрасно. Долежался, сука. Лажу по тоннелям, как обрезанная крыса, блядь. Да, бля, я вам, сука, сейчас полажу. Охуительно. Муха, блядь. Блядь, комары заебали, да? Блядь, заебал. Блядь, теперь ты так держишь. Хуяк. А еще это говно, сука, где-то лазит. Тут еще один где-то есть. А, окей, тут два, блядь. Все, годится. Мне пока месть это говно не нужно. Нахер вообще. Сигнализация? Да от нее даже есть польза? У меня полно других дел. Мина ему. А ну иди сюда. Там мина, мне интересно посмотреть на тебя. Ну? Иди сюда, сука. Черт, вот там! Ты отвечаешь! Мы верим в нечто больше. Не идет. А, не обходят. Знаешь, ну да. Не обходят ее. Я думал, они долбоебы. Они, сука, еще соображают. Что там глючит, что-то. Так. Тихонько. Меня заглючило кое-где. Кое-где заглючило. А что здесь? Что-то тоже что-то охраняется. Довольно-таки интересно. Она не дает пройти дальше. И с умением. И окна нет, да, открытого нет. Ложись!
говно, блядь, нашло меня. Такой в жопу. Все, ах ты, бля. О, годится. Вот здесь какая-то хуетень, блядь, есть. Ну все закрыто, блядь. Ладно. Так, у меня заглючило на этих ебаных фейерверках. Что это такое? Вот это годится. Вообще бы не зависло, было бы вообще великолепно. Вот туда ты подлетела, чувиха. Сейчас не надо. Блин, это письмо-то... То письмо тоже пролетело, сука. Мне письмо надо взять там. Твою мать. Так обосраться нахуй. Последнее. Охуе-хуе. Ни к чему. Воздеть их немерено. Сука, если сейчас заглючит, я охуею, бля. Все, годится нахуй. Ебе не мать. Ебаные зависания их. Так, у меня есть одно место, мне надо там забрать письмо. Но мне нужны патроны. Что это? Когда я читал. Что? Здесь у меня письмо. Сейчас. Здесь? Нет, у меня здесь. Оттуда, да. А, мне чтобы выйти, надо деактивировать. Ты! Это наш единственный шанс. Ты не создаешь достаточно стабильное окно, чтобы... Блять. Мне не нужна стабильность, напротив. Моя модификация генератора должна вывести петлю из равновесия. Ты рехнулся. Дай мне закончить. Да, могут заявиться гости, но мы взяли дробовики. Убивай все, что проскочит через окно. Аномальную энергию аккумулируй в сборщик и загружай в этот аппарат на переработку.
передачи энергии. Получите, распишитесь, научный прорыв. Я не стану. Не время для этических заморочек, Сьюзан. Это открытие будет стоить любых жертв. Ты что? Ты это пишешь? Хватит мне патронов. Бывает. Ого. Бать, они летают. Мне эту говну надо поломать. Все нахер. Валим. Мне надо обязательно сохраниться. Сейчас опять зависит, сука. А у меня улучшение, блин. Чё оно зависает? Хуй поймёшь. Да. Так, фейерверки, есть такое дело. Еще и ту замочил. Итог. Да похер, пусть живет, мать её так. Ага, троица кота. Боже, окей, сейчас посмотрим. Да, все понятно. О, годится. Улучшалка. Пиу! Полетел. О, так это и вверх, и вниз можно. Как-то он применяет. А, вот это жесть. Так, много жизней хорошо, но вот, блин, они что, восстанавливаются херовыми? Мало на. Вы еще больше восстанавливаете. Вы еще быстрее восстанавливаете здоровье. Это хорошо. А мне надо, чтобы было больше. Потому что быстрее это не значит, что. Вы восстанавливаете гораздо больше. Вот это лучше. Потому что. Вот это я не знаю. В принципе, достаточно с головой. Поэтому лучше на здоровье, наверное. Вот так вот. Вы еще быстрее, вы еще больше, и прыжок. Все. Все вот это шикандозно. Тут все поулучшено, да? Да. Ладно. Так. Сюда, да. Сейчас, подожди. Карта мира. Вот это хуйня. Тихо, нет, это вот это. Так. Это у нас сейчас что, день? Да, день. Вечером вот сюда, наверное, пойдем. Кота можно и во второй половине дня. Сходим сюда, а еще ничего нельзя выполнить тут. Это у нас что? Это у нас? Это сюда, отсюда. Клуб это понятно. Это утро, это вот день.
Ничего толком, да? Ну и хер. Нет, так нет. А, так подожди, а что я выбрал? Студия Фит по-русски. Так, может, вот сюда надо сначала? Ладно. По времени сюда, давай сюда сходим. Мороженое на всю башку. Я вообще-то думал, что каждый раз они будут помнить свою, а получается помнит только Джулиана и он после смерти. Ого! Это место. Что? Вот только... Прошло время. А я? Мерзавец. А значит, пустой ты... разговор, короче. Значит, Фия. Большой просчет. Не нужно было брать ее на остров. Киоск доставки. А что, он открылся? Я не пойму. А что оно все выделило? О, весна. Что? Ничего. Попробуем. Я не понял, алло, откроется. Сейчас. Чувыха. Ничего. Ничего. 4. А было 3. Оно мне просто интересно. Хуяк! Хуяк! Сдох или нет? Нихуя он не сдох. Поломал телевизор. Вот там вот мина. Киоск. И шо киоск? У меня цифр нету к этому киоску. Толку с него. Чем он выделен? Мне будет мешать только. Киоск нахер. Это шо? А ну он откроется? Не было тогда его. Поплавай. Вау, я тебя не видел. Это вообще неожиданно. Понятно, в любом случае надо ползти вниз. Подожди. Ага. Нет. Нет. Ага. А где? Тут где-то был вход такой-таки. А это шо? А, так это выход. Подожди, подожди. Что-то я немножко запутался. Это как так-то? Не, ну тут был вход. Вот здесь было. Ля, нема. Или вот здесь. Ну, короче, где-то тут он был. Что, вода сходит, бывает, или что? Походу, да. Походу, вода, наверное, сходит немного, и открывается проход. Потому что здесь был проход.
Вот там вот внизу. Там вниз падал я и вверх. Да, походу. Угу. Здесь получается вода сходит. Вот это была выше. Все понятно. Тогда я войти не смогу. Хорошо, ладно. Вот это убираем. Все, так, сейчас. А где-то там кнопка. Это что? А, ну то бишь в любом случае эту войну. Она где находится? А, ну там же. А, ну так. Все понятно, ладно. Так, тут мина. Не понял. Нету мины. А еще где? Блять, опять Джулиана, сука. Блять. Я не понял, у тебя что, какая-то броня, блять, или что? Все, давай я боролась. Кто? Перемещение, это что? А, это хуйня. Где там, сука, эта вонючка? Где вонючка, которая меня стреляла? А? Ебать, так вон они вверху. Сейчас я тебя выйду, сука. Один есть, один вышел. Второй вышел. Життя, да? Да, Камилу нельзя тебя активировать. Ну, не жадничай. А
шо не жадничай? Ёпта, у меня один дробовик. Полный. А я иду в такую жопу. О, такой же этот самый рисунок. Да что такое? А, они здесь находятся, эти все пентаграммы, понятно. Так, а улучшение поставить не могу сейчас. Присевший или что? Сейчас не надо. Надо, надо. А жизни нема? Да встань, что-то сел. Жизни нема. Ну и ладно. Так, это у нас что? Да, ага, поле не трезвит, хорошо. Шумно. Сука. Я понял, где я вышел, бля. Мне не хватает. Надеюсь, это не Кольт. О, черт! Твою мать! Ебать! Все, пизда, она сейчас взорвет там что-то. Ну-ка, смотрите! Я кругом обойду! Да все, шо, блядь, проебали нам. Сука. Она сейчас взорвет его. Надо съебываться, а я не успею. Потому что мне надо было еще то открыть. Блять, все проебал. Ох, ебать, откуда вас? Вот это рукопашка пошла. Насрать. Все равно я сдохну, блядь. Не откроешь. Да все, это пизда. Сука. Вот это, блядь, самая тупая хуета, на, честно. Самый тупорылый уровень, блядь.
Я тягаю, я просто выйти хочу, а я не выйду, он сейчас ебанет там. Правильно, реактор разнесет весь остров. А, черт, будет больно. Блять, столько всего, сука, реально. Твою мать. Как я ненавижу эту тупорылую дуру, блять, со своим реактором. Охренеть, сколько проебано, блядь. Сука. Попал же прям в этот же момент, блядь, когда она там была, сука. Ладно, всем спасибо за просмотр. Потом подойдем. Ну и в пене она меня разочаровала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока.